мной согласятся, мы хотим поблагодарить наших первокурсников за их кропотливый труд, за огонь в глазах и неистовое желание творить и удивлять. Ну а сейчас на эту сцену я хочу пригласить юридический факультет. Для нас, первокурсники, вы стали не только первыми по порядку номеров, но и во всем. Поэтому я бы попросила вас присесть поудобнее, ведь сейчас грация, красота, интеллект и ум сольются воедино. С любовью, юридический факультет выступает для вас! Настал тот момент, которого каждый год все так долго ждут. Ему выпала миссия передать все, что у них есть, тем, кто этого заслужил. Все, чем так славится Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Ушерова. Только здесь и только сейчас появятся они. Их было четверо. Тот, кто реально верит, что теорема Пифагора пригодится в жизни. Тот, кто знает, как пишется слово «атоми-ларинголог». Тот, кто считает, что не хлеб, а знание всего голова. Бог знаний. Ритм и стиль, движение и классика. Музыка и танец. Меньше слов. Это можно просто увидеть. Богиня творчества. В ней сошлось все. И на ней тоже. Ведь она 90-60-90. Ее харизма не оставит вас равнодушными, а красота ее вовсе сведет с ума. Богиня красоты. Бог с нами. Богиня творчества. Богиня красоты. Но кто четвертый? Давайте не будем терять время. Ни минуты свободной не должно быть у человека, стремящегося к знаниям. Ни минуты покоя не дам, я уже хочу творить. Да мне уже самое интересно, кто же эти красавчики? Как говорится. А вот и наши счастливчики. Что тут вообще происходит? Ну что, сейчас вы погрузитесь в весь мир в игру. Это все, конечно, очень хорошо. Но вы вообще кто? Ну, мы вообще-то... Боги ВГУ! Я бог знаний, повелитель теорем, концепций и теорий. Я богиня красоты, артистического мастерства, грациозности и уникальности. Я богиня творчества, самовыражения, музыки и искусства танца. Ну что, страшно стало? Да не бойтесь, мы же наоборот хотим вам помочь. Все мы незримо будем сопутствовать вам на протяжении всего учебного процесса. И каждый из нас внесет свою лепту. Чтобы вы стали лучшими студентами лучшего вуза. Ну что, готовы? Всегда готовы. Только что нам надо делать? Пожалуй, я начну. Жить значит познавать, исследовать, делать открытия. Зачем же тогда жить, если не будет знаний? Ничего. Знания делают человека выше, светлее, мудрее. Это одно из величайших сокровищ человека, цену которого он определяет сам. Знания помогают человеку добраться до источника, а не наслаждаться чужим данным. Знание – это шаг навстречу своим мечтам. И лишь знания, пропущенные через свое сердце, становятся призванием и талантом. Да, знание – сила, открывающая двери куда угодно.
Свою задачу я выполнил. Увидимся на занятиях, а лучше на научных конференциях. Я не понял, это что, все? Ну, конечно, нет. Все самое интересное только впереди. Конечно, знание — это хорошо, но человек должен быть гениальным во всем. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Но нужно уметь себя преподнести и сиять так, чтобы никто не смог тебя не заметить. Да, как бриллиант! Shine bright like a diamond. Попели, покрасовались. А где же танцы, ребята? Кто сказал танцы? Это моя тема. Раз, два, три. Ясно. А ведь у вас есть уникальная возможность петь и танцевать, мечтать и удивлять, творить и вытворять в чудесном мире ВГУ. А где же четвертый?
Ее невозможно измерить заслугами. Она бесценна. И только настоящий человек, если он действительно есть в твоей жизни, дает тебе понять, что ты не одинок, и придает силу. И спокон веков зарождалась она. Дружба — это поддержка. Дружба — это помочь товарищу преодолевать препятствия к знаниям. Дружба — это когда не холодно. Дружба — это помощь и взаимная радость. Дружба — это помочь товарищу в беде. Без истинной дружбы жизнь — ничто. Здравствуйте. В спешке мы не замечаем, какая же у нас есть огромная возможность найти друзей. Я — богиня дружбы. Первокурсники, пока вы еще только познакомились, но это только пока. Вы сплотитесь, станете одной большой дружной командой. Главное, верьте в чудеса, и у вас всех все получится. Thank you.